Рейтинг продаж. Как сообщает агентство ELSPA, в Великобритании лучше всего продавались следующие игры. После непродолжительного отсутствия в десятку вновь вернулась Спор. Правда, игра заняла лишь последнюю строчку. В очередной раз пробился в список лидеров и сборник World of Warcraft Battle Chest. Однако эксперты считают, что подняться выше девятой строчки ему в ближайшее время не удастся. Выход дополнений возродил интерес покупателей к Fallout 3. Игра снова вошла в десятку самых продаваемых проектов, оказавшись в итоге на восьмом месте. Не собирается сдаваться и Red Alert 3. Активность британских покупателей подняла проект на седьмую строчку. Довольно удачно дебютировало дополнение Company of Heroes Tales of Valor. Игра сходу заняла шестое место, лишь немного не дотянув до первой пятерки. Потрясающую стабильность демонстрирует The Sims 2 Double Deluxe. Долгожитель не только не покинул десятку, но и комфортно расположился внизу первой пятерки. Wrath of the Lich King никак не удается вернуть лидерство. Как и месяц назад, детище Blizzard не сумело подняться выше четвертого места. Dawn of War 2 упорно цепляется за третью строчку, хотя с учетом растущего числа конкурентов игре все труднее удерживаться в тройке. Empire Total War не сумела сохранить титул лидера. Масса недоработок сделала свое дело. Игра опустилась на вторую строчку. Видимо, многие покупатели решили дождаться патчей. А вот Football Manager 2009 вновь под номером один. Про безграничную любовь британцев к футболу вы уже и так все знаете. На рынке PC-игр в Северной Америке, по данным NPD Group, сложилась следующая картина. Дополнение The Sims 2 Apartment Life стало еще на шаг ближе к вылету из десятки. На сей раз оно занимает последнее место. На одну строчку опустилась и Spore. И вполне возможно, что через месяц игра вовсе покинет рейтинг. Старичок World of Warcraft продолжает бороться за место в десятке. Правда, получается с каждым разом все хуже. В этом месяце ему досталась уже только восьмая строчка. Company of Heroes Tales of Valor хорошо продается не только в Европе, но и в Америке, где игра сумела захватить седьмое место. Еще более удачным оказался старт Demigod. Детище Gas Powered Games оставило позади нескольких именитых конкурентов, поднявшись на шестую строчку. А вот Empire Total War продемонстрировало рекордное падение. Прежний лидер на этот раз едва сумел закрепиться в конце пятерки. Довольно стремительно в рейтинг вернулась Left 4 Dead сразу же на четвертую позицию. Всему виной дополнение Survival Pack. Первую тройку замыкает сборник World of Warcraft Battle Chest, который сумел отвоевать у конкурентов сразу две позиции. Растут продажи и у долгожителя рейтинга The Sims 2 Double Deluxe. На фоне скорого выхода The Sims 3 игра сумела подняться на второе место. Абсолютным лидером вновь стал World of Warcraft – Wrath of the Lich King. Спустя несколько месяцев дополнение отвоевало утраченные позиции, но вряд ли продержится там достаточно долго. Уже который месяц подряд в десятке самых продаваемых игр лидируют представители серии The Sims и World of Warcraft, которые быстро вытесняют амбициозных новичков. Вот и Empire Total War после нескольких недель лидерства совершила головокружительное падение. Одним из главных сюрпризов стало шестое место Demigod. Великолепному старту игры не помешали даже десятки тысяч пиратских копий, которые расползлись по сети в первые часы после начала продаж. Правда, триумф авторов вряд ли продлится дольше пары месяцев. Четвертое место Left 4 Dead тоже временный акт. Четвертое место Left 4 Dead тоже временное явление. Пик продаж уже позади, и через пару месяцев игра с высокой вероятностью вновь покинет десятку, уступив место новичкам. Это был сравнительный рейтинг продаж для персональных компьютеров.